Итоги конкурса на лучшие премьеры театрального сезона подвели в Доме актера. Премии получили 4 театра. Имена победителей определила жюри в составе обозревателя драматического театра Татьяны Джуровой и театрального художника Марии Смирновой-Несвицкой. 26 марта в торжественной обстановке наградят детский театр «Вера», театр «Преображение», Нижегородское и Евстигнеевское училище, а также Дзержинский театр драмы, чей спектакль «О Сане, Ване, любви и разлуке» сильно впечатлил критиков. Пьеса с пометкой «Особенности национального гостеприимства в двух действиях» затрагивает проблему клипового сознания человечества. Первое впечатление от сценографии, открывшейся сцены, было таким, что ой, и вдруг я забыла и о том, что это линейный, повествовательный, может быть, по форме уже как бы наскучивший вроде театр. Но когда артисты так играют, понимаете, тут нет никаких вопросов к форме.